Давайте все сведем к конструктивной работе. Вы ведь представители, собственно говоря, населения Саратовской области. И вы должны задавать вопросы, как это скажется на Саратовской области конкретно, что бы хотели, что необходимо усилить. Нет, нам можно будет выступить, да? Пожалуйста. Значит, Максим Владимирович, у нас... Дайте, может, я без микрофона буду, да? Вопрос такой, давайте. Вопросы задаем. Пожалуйста, задавайте вопросы тем, кто выступал, когда кто за что отвечает. Во-первых, Александр Константинович, вы выступали, говорили, что вы настроены и считаете правильным, чтобы было максимально широкое общественное обсуждение, чтобы все это было классно, публично. Мы, собственно, об этом говорили на первом нашем мероприятии, но как пытались говорить. Что такое? Что такое? В результате мы обращали внимание всех присутствующих, что не было проведено ни одного общественного обсуждения, не было выслушано мнение граждан, не была донесена обратная сторона, что, конечно, нас, безусловно, на наш взгляд, объективно, адекватно возмущало. На первом мероприятии даже депутатам не дали выступить. Сейчас, как мы видим, настроек присутствующих, да, собрали огромное количество представителей власти и их обслугу, да, которая должна будет нам рты затыкать вот такими перебитками. Ну, я, наверное, считаю, обслугу называть неправильно, наверное. А я считаю, правильно. Это самое желание, которое должна власть... Дайте это выступить, если вам что-то не нравится, дверь напротив нас может быть. Я понимаю, вы говорите, Борис Леонидович, послушайте, Борис Леонидович, вы как-то выше, я к вам обращаюсь. Послушайте, я здесь говорю неприятные вещи, вещи, которые вам всем не понравятся, потому что у меня другая позиция. Вот эти слова, которые... Борис Леонидович, это «слуга народа» хорошее слово, да, но «слуга» это, наверное, понятно, что понимаете? Я прикурю. Мне власть ни одной копейки не платит из бюджета. Я работаю на общественном рекорде. Я сидел 15 раз за 10 лет за вашу власть. Послушайте меня. Значит, и, Максим Владимирович, к вам вопрос. На первой нашей встрече, когда мы с вами встречались, ну, скажем так, наедине, да, чтобы поговорить, обсудить лично мои вопросы, вы сказали, что предложили мне. Николай Николаевич, у вас возникают вопросы, мы видим ваше возмущение. Давайте съездим в завод города, вы сами все посмотрите. На что я сказал, я с удовольствием съезжу, на что вы мне, ну, скажем так, дали обещание, да, такое негласное. Потом здесь же, на этом мероприятии, да, вы меня повторно спросили, ну, давайте съездим. Я говорю, с удовольствием, говорите, когда. Вчера на завод «Горки» ездила группа, куда меня не включили принципиально. Я хотел послушать вашу позицию, почему это произошло. Ну и вдобавок свой вопрос на эту тему. Сказать, что была задача сделать картинку для прессы. Послать туда карманных общественников, которые будут правильно кивать головой, где нужно и так далее, чтобы не было никакого негатива и ни лишней, значит, ненужной информации. Почему так произошло? Борис Ильич, я на закончу вопрос. Молодой человек, вы оскорбляете. Yeah.
Сейчас я предварительно расскажу, что... Правильно, вот пор, нас запил пор. Николай, пожалуйста, присаживайтесь. Я думаю, конфликт здесь избавлять не надо. Сейчас. Вы просто вопрос задали. Я во-первых, уважаю. Да сейчас задам. Уважаемые коллеги, Александр Юрьевич, пожалуйста, присядьте.